Как ребята провели весенние каникулы, не только весело, но и познавательно, об этом в следующем материале. Всю неделю в рамках социального мини-проекта «Полезные каникулы» учащиеся 5 В-класса школы номер 2 посещали разные досуговые места города. Проект был направлен на организацию полезного и интересного отдыха в дни весенних каникул. Они побывают в 9 учреждениях культуры. Это ботанический сад, это Амурский городской краеведческий музей, это межпоселенческая центральная библиотека, это детская художественная школа Амурского района. И дополнительное образование – это центры «Темп», это центры детско-юношеского туризма и экскурсий и детском эколого-биологическом центре «Натуралист». Сотрудники досуговых мест постарались для школьников. Каждое учреждение придумало интересную экскурсию для ребят. В кинотеатре дети узнали, что такое фильм, и все о том, как эти фильмы показывают. В центре туризма разбирали и собирали автомат, стреляли с пневматических винтовок. В ботаническом саду ребята узнали историю основания сада, о экзотических растениях и поиграли в квест-игру. Своими впечатлениями ребята поделились с нами. Впечатления хорошие. Что тебе больше всего понравилось? Ботанический сад. Ну, мы побывали в ботаническом саду, в ДК «Строители», мы побывали в кино и еще во многих местах. А что тебе больше всего понравилось? Мне понравилось в кино. О чем там вы рассказывали? Нам там рассказывали, как все снимается, сколько стоит одна лампа. Нам показывали еще фильм, мультик, вернее, он был очень интересный. Мы еще ходили в художественную школу, там нам показывали, как лепят из глины всякие фигуры, какие красивые фигуры получаются. Ботанический сад – это место, где очень тепло, там много экзотических цветов, которых почти нигде нету. Весело, как бы, например, когда ты, со всем классом куда-то выезжаешь, и там интересно, там экскурсии. Дети довольны, родители спокойны, а организаторы уже задумались над тем, чтобы такие мероприятия сделать на каждые каникулы. Яна Кубрушко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».